Сидит сейчас, чай у меня там горячего, да? Чай кофе сейчас пьем. Ничего, чай не надо. Да, чай есть. Чай. Нормальный охват. Вот здесь. Да нет, если ты повешу. Можно сюда повесить, да. Я думаю, что будет нормально. Алло,
разболелась? Ну, не стихает, вот это, значит, куда, наверное, куда вот эти... Ну, кстати, это логично будет, откуда ты? Вот, ты болел, что-то у нас это, оказывается, заехать к нему хотел. Вот, ну, вот видишь, ты тебе подразумеешь. Да, подразумеешь. Тебе до морозы. Ой, упадли грузки сюда. Все, тихо. Тихо. Вези, кушай. Не хотел, что ты такой ешь? Ем я. Воды. Воды все ем. Спасибо. Спасибо. Да ничего не надо, просто этот чай. У меня тоже свой режим питания, я начинаю после 7 только пить вечер. А, понятно. Спортивно, да? Да. Спасибо, я только не ждал, я типа. Ничего даже. Да ничего не подарок, ничего не надо. Не переживай. Разбогатеешь как-нибудь в следующий раз. Ты где будешь? Завтра Новый год встречать. Завтра? Завтра что Новый год? Вот сегодня вроде 30-е, если не ошибаюсь. А 31-е, то есть 31-е, да? А-а-а. Один? Может, к матери поедешь? Да я вообще не знаю, как будет, да. Один не встречаю, но матери. Но все равно? А? Один раз в году так. Дышишь, кислородом в баню сходишь. Так, работать надо, понимаешь, я ничего в жизни на работу не хочу. Ага, спасибо. Ничего, ни дома, ни сиди, ничего нет вообще. На работу не берут и гонят тебя с работы тоже там. И далее. Как бы ждать. Нет повода для спокойствия такого же. Спокойствие. Да, чья? Так что тут морального права на отдых, наверное, не, как вот не знаю, как сказать, просто. Ну стараюсь это заниматься, то есть или чем это все. То есть. Не знаю. Я вот что подумал, может я начать с телом работать куда-нибудь в фитнес? Давайте абонемент куплю. Я знаю, что тебе неудобно. Я как бы этим не занимаюсь, у меня время, я еще раз тебе говорю, я как бы себя посвящаю, то есть, ну, пока как получается, вот сейчас себя труду работаю, то есть мне надо найти работу, профессию, надо реализоваться, у меня на это времени нету гипотетически, а ума не хватает это сделать, как бы тебе сказать, чтобы себя занять полностью на работу, то есть, ну, неважно, короче, надо нарабатывать, понимаешь? То есть как бы праздники, то есть, как бы я сейчас буду праздновать, как будто все нормально, что ли, что-то все за бред. А на фитнес что не хочешь? Да, времени, так зачем я же не как сказать-то, я же музыкант, это как так... Я не имею права деньги на это тратить. Ни деньги, ни время, как-то объясни, что у меня жизнь-то одна, понимаешь, а я никто в этой жизни. Сейчас я все брошу, буду как ортинг или что-то, то есть, как-то. Для поддержки тонуса, в это же. Ну это так не работает, понимаешь. Я тоже так думал, то есть, да, то есть, ну не важно. Может быть так и работает, но это не у меня. Короче, надоело уже, не надо. Ну, смотри сам. Потому что 8 часов в день ты тратишь, те, которые ты мог бы тратить на что-то, что имеет отношение к тому, что ты зарабатываешь деньги, к тому, кто ты такой в этом мире. Какой-то специалист, и что от тебя останется, и что ты делаешь вообще, твоя польза какая-то для людей, для общества, для мира, бла-бла-бла, для твоей семьи в том числе, для жены, которой у меня нету, для детей, которых тоже у меня нет, и может и не будет. Я, к примеру, просто тебе объясняю, говорю, да, то есть сейчас я все брошу и пойду, как бы, все, говорю, да.
Ну, не к этому я говорю. Вроде как и бросать нечего. Так тем более, если бросать нечего, надо, значит, мучиться, думать, что тебе надо делать. То есть надо заниматься только тем, что имеет смысл. Это уже другой вопрос, что, да, то есть, это, ну, у меня такое впечатление, знаешь, как бы. То есть, если, да, это форма потребления, то есть, понимаешь? То есть фитнес там, любые занятия, любое хобби, это форма потребления. То есть от нее ничего не накакано только. То есть ты ходишь туда, что-то делаешь, там, это, на самом деле ты потребитель. Ты смотришь телевизор, ты потребитель. Толку от этого никакого нету. То есть можно сказать номинально, что ты от этого умнеешь, но тоже вряд ли, понимаешь? То есть, а когда ты делаешь это, ну, там, ну, понимает, ну, это просто, да. Мне это не касается, а просто, да. Да ладно, я предложил, ты отказался. Я заходил в эту скалу, она тут рядом с тобой, посмотрел, нормально. Они работают 24 часа в сутки без выходных. Ну пиздец, все нормально, понимаешь? Жизнь ты прошла, ля-ля-ля, блин, до 30 лет дожил и все, и ничего, понимаешь? Жизнь прошла, и ни денег, ничего нету, понимаешь? Ну, дело не в этом, не в деньгах. Ну как? Вы достал уже просто. То есть, ну, то есть, короче, я ничего не собираюсь заниматься. Ну хорошо. А с работой у тебя чего как? Да. Никак. Ну, я закончил там. Да я понял, да, ну. Молодцы. Да, да. И еще там диплом еще один пока не завершил еще. Ну, это просто потому что спрашивают. Я хотел изначально, когда я устраивался, приходил просто, я хотел, просто потому что, ну, можно просто уже, имея свое высшее образование, так сказать, опыт работы. Но опыта работы у меня как бы фактически нету. Образование у меня не соответствует этим фортепианным стандартам, да. Им нужно, чтобы было написано конкретное фортепианное определение, там бла-бла-бла-бла-бла. Вот, поэтому на это тоже смотрят, да. Ну, понимаешь, номенклатура, ты же сам знаешь, у них там. Знаешь, как проводится отбор? Я просто сам много раз этим занимался, когда занимался бизнесом, нужны были работники. Приходит человек, проходит первую степень проверки, смотришь сразу на его внешний вид. Всякие огрехи, ботинки, чистенько, нечистенько, насколько все гармонично. Это вот самое-самое главное. Потом начинается проверка на то, что у него внутри. Задают вопросы, он отвечает. И если эти два теста прошли, то потом уже можно разговаривать об образовании и прочее, прочее. Просто твоя специальность, вот, которой ты занимаешься, она, у них свои требования. Приходит человек, им берут на работу не диплом, а берут на работу человека, который кроме того, что будет исполнять свои профессиональные обязанности, он еще будет контактировать внутри коллектива и соответствовать уровню, понимаешь? Ну я знаю, мне это не интересно, я потому что, да, и как тебе объяснишь? Что... Вот ты приходишь, неряшливый внешний вид, начинаешь говорить, очень много жаргонизмов, слов-паразитов и все. То есть тут даже выложишь ты 10 дипломов. Мне это не интересно, понимаешь? Я не собираюсь, я может, артистин, мне вообще наплевать, понимаешь? И меня интересует только как бы я и музыка, и зарабатывать этим деньги. Ну, я грубо просто уже тебе говорю, что как бы это, да, долго просто, понимаешь? Долго все это, да. Я не собираюсь как бы делать из себя, что я такой прилизанный, потому что я не прилизанный, я не буду прилизанно работать. И как бы я понимаешь, то есть я хрен на вас на всех клал, потому что есть какие-то, понимаю, это, ты меня понял, да. То есть как бы либо у меня бизнес тогда, либо то есть как бы мне плевать, понимаешь, потому что у меня жизнь одна, понимаешь, жизнь одна, то есть ты и засовывать ее куда-то как какая-то девчонка, я такая хорошая, я буду сейчас такая вот вся педагогичная. Я это понимаю, в принципе, потому что как бы у меня что-то есть такое в характере, такое женское покладистое, к чему я как бы, ну есть и есть что теперь.
Да, но как бы жизнь идет, ну да, может поэтому я и не женился, да. Не знаю, я, короче, все это, ну, я понимаю, что ты хочешь, как бы, да, добра. Я специально не иду под этим, как ты понимаешь, да, то есть, наверное, ну, долго просто. Ну да. Ладно. Я хочу себя найти как музыканта. Не как это самое, то есть. Пусть они под меня подстраивают, что я под них буду подстраивать, какого хера вообще? Ну, понимаешь, вот мы-то уже упираемся в уровень квалификации, то есть, что когда ты так можешь говорить, только когда ты уже уровень там у тебя другой какой-то. Да. То есть вот это уже нормально. Тогда нахер бы они меня все сдались, когда мне нужно наработать уровень квалификации. Сейчас я буду ходить в фитнес, нарабатывать себе уровень квалификации музыкальный, да. И понимаешь, да, нет, типа того, да. Ну зачем уровень квалификации? То есть мне нужен уровень музыкальной квалификации. Ну, то есть, почему я так говорю, что мне нужен? Потому что у меня жизнь. То есть я, чтобы заниматься, ну ты понимаешь, музыкой заниматься, не чтобы педагогикой заниматься. А что такое уровень музыкальный? Когда ты умеешь играть на инструменте, когда ты умеешь исполнять там, да, партии определенные там, да, и так далее. Когда умеешь сочинять музыку и так далее, да. Типа того. Это ничего особенного. По сути, ты наверное, знаешь, полно всяких обучений. Они больше нужны как прикладные, то есть если ты где-то уже работаешь, или если ты тебя устраивает там на работу куда-то, да, то есть понимаешь. То есть, это, я так понимаю, требуется в этом. Государственное, то есть, понимаешь. Люди деньги делают, эти бизнес сейчас, это очень надо, ты знаешь, да? Да их полно, как грели. Так как, ну, нет, ничего не вкладывая, делать ведь деньги из воздуха. У меня вроде скидку себе там пробил. Я думал, они мне вообще бесплатно сделают. Ну как, ну не бесплатно, я там сначала 1000 рублей заплатил. Вроде уже поговорил, там вроде договорился. Потом они что-то там, давайте доплату. Потому что там уже все такое, платеж погашен, типа все, уже написано, что, ну так, не написано, что доплачивать надо. Ну, я, короче, подумал, что они сами за рекламу просто распространил просто их там, просто, ну, разослал, короче, ссылку делал к вам. Понимаю, то есть это, наверное, ты знаешь, там государственной организации нужен там какой-то штамп, да, что-то все. И, в принципе, ну, то есть, как бы прилагается. Ну, так понимаю, да, это если человек нужен, я так размышляю, если тебе нужен человек, то ты как бы возьмешь. Если тебе не нужен человек, то как бы, ну, значит, и не тогда своего человека. Не знаю, я как-то, понимаешь, я гитаристом устроился работать как-то, не имея даже гитарной квалификации, там, у меня ни диплома, вообще ничего не было, вечернее образование только там, чуть-чуть, никто как бы даже никто не смотрел. В музыкальной школе работал, физическую гитару, ну да, но я бы, ну, то есть, понимаешь, да, короче, то есть, теоретиком тоже, ну, я теоретик, у меня образование есть теоретическое, собственно, я пришел, то есть, как бы, ничего, вот, так, ну, как в обычном виде, как бы, ничего особенного, да. Да. А сейчас уже жизнь кончается, как бы, то есть, ничего не нажито, ну нахер мне тогда теоретиком быть, как бы, всю жизнь. Это понимаешь, как бы, и другой вопрос, то есть за неимением лучшего, то есть такой раз тебе приходится, ну и уж пришлось, а если не пришлось, если вот я пришел и начал работать, а если я, да, например, суперзвездой стал, ну не звездой, я просто, ты понимаешь, да. Все равно, что ты в этой жизни терять, видишь, у тебя что-то вот нажито. У меня ничего не надо. У тебя вот Настя есть, может еще тебе ребенка родить, там еще что-нибудь, семья какая-то, да. Ну я в конце, ну я уже нищетовый человек, то есть у меня даже продолжение не собираюсь быть пока что. Я этим всем начал заниматься, чтобы быть композитором-музыкантом, понимаешь, вот 20 там сколько-то лет я пришел. Ну просто я тебе говорю, что я понимаю, что
делать куи, ходить там, ла-ла-ла, это можно куда угодно ходить, так, понимаешь. Но это за него, ну, наверное. Просто надо жизнь как-то деятельно прожить, понимаешь, своей деятельностью закрыть всю эту фигню, чтобы никак девчонка ходить там это самое. Ну, видишь, ну там эти всякие штуки, фрукты, там сухофрукты внизу, ты, а ты не кушаешь вообще? Да, я, конечно, вечером начинается, естественно. Ты сам-то что, фитнес занимаешься сейчас, да, говоришь? Да. Каждый день на интернете. Ездишь куда-то, что-то командировки какие-то вроде уезжал, да? Да нет, не уезжал. Пока что-то не и то безработный. Ну ты же как бы этот получается пуховый когда. Да, там немножко капает. На текущую неделю. Знаешь, что там КамАЗ-сервис, ты не хотел уже, да? Ну так я уехал в Америку, эти уроды все развалили, растащили. Там что-то все равно сейчас стоит, что-то вроде? Там какой-то магазин запчастей. Это уже давно было, сколько лет прошло. Это папайя. Папайя? Ну, что? Какой цвет? Там как светит, да? Ага. Сушеный, ну с чаем сам раз. Да, попробуем? Попробуй. А ты вообще не кушаешь, да? Никогда. Не пахнет ничем характерным. Ящик, как яблоко, наверное. Надо как яблоко, да, это? Да, что-то похоже тоже какая-то. Ну и как на вкус? Должна быть кисленькая. Не, знаешь, что я попробую? Только жирный, что-то такое вот. Нет, я не хочу. Знакомый, кстати, будет свой. Просто вот я. Ревень, крыжовник, что-то такое, но не кислое. Потому что сладкое просто. Да, да, да. Ну, это чай нормально. Куда? Я буду сейчас все купить. Хочешь ли силы? Я могу только туда. Это орехи шоколадные. Да. Это финики, тут вроде тоже есть. Финики это замечательно, да. Спасибо большое, Руслан. Я сейчас вообще. Жарный, то есть, все равно у тебя ты жизнь холостяк, как говорится, у тебя все равно у меня ничего не было в жизни, понимаешь? Поэтому как бы, ну, слава богу, вот родные жил, как говорится, достаточно совсем. Это, кстати, бобовые, да? Да, белок как раз то, что тебе нужно, да. Если ты мясо не ешь, его же откуда-то надо получать. Как горох, оказывается, такие же здесь стучки. Может, это что-то свои какие-то орехи, мне кажется. Ну, это просто вкусные орехи. Просто, да, да. Просто, оказывается, как это. Это же ташкентские, у меня подружка была, Людочка, не знаю, ты помнишь или не помнишь? Да, понимаю, помню. Приезжала она как-то. Они это держат, на столе стоит постоянно. Как? То ли закусон, то ли не закусон, то есть постоянно что-то как хомяки, хрум-хрум-хрум. Да. Этот арахис, он там стоит недорого у них. Ну,
Ну так это, что-то я там на рынке покупал, что-то продаюсь, что-то все раздаются. И когда говорят, что они как мусор, говорит, это, да, никто да. это не ест даже. Не ест иногда. Ну да, вот это есть, если хохрот или что-то. То есть они там, дети, говорят, это. Но если растет как черемуха здесь, да, да. никто не ухаживает, идешь по улице. Да. Я там стараюсь развиваться. Ты сейчас где-то работаешь или нет? Не стараюсь, сейчас случайно заказы иногда бывают. Я целенаправленно сейчас я себя не навязываю. Ну не навязываю себя. Не, я уже пытался устроиться, работал. Это тоже, понимаешь, это. Чтобы работать репетитором, надо сидеть, вот это, онлайн-репетитором, надо сидеть, то есть этим надо делать постоянно. Да? Как бы, и помимо этого надо квалификацию, и надо вот, чтобы все твое время ты занимаешься какой-то херней, понимаешь? То есть, не, ну, понимаю, это все. Да. В принципе, это нормально, если ты уже вынужден этим заниматься. Я такой, я вынужден, я не вынужден. А зачем я тогда? Так я тогда, может, не строго, просто по деньги зарабатывать, может, тогда. А зачем я тогда? А что тогда с 20 лет, это что, бред был или блажь или что? Или что, я действительно ничего не наработал, что ли, или как? Как дальше-то жить? Как бы, ну, да, дальше надо нарабатывать, просто надо лицензионно, ну, официально надо работать, понимаешь, лицензию. Либо какое-то там, не знаю, место в шоу-бизнесе, либо какое-то классическое. Я изначально метил как бы классическое образование, то есть, а там, ну, там определенные есть нормы, правила, так сказать. Дело даже не столько в поведении, поведение оно может быть. Лично дело в уровне навыков, понимаешь? Потому что одежку, я за этим не слежу просто. Это не сложно, я не тупой. Вот, я могу одеться, как бы, но это, как тебе скажешь-то, это не интересует. Это просто когда ты умеешь уже играть, то есть ты можешь одеваться так или сяк, или эдак, можешь как бомжары одеться, там, можешь посмотреть и пианистов это. Есть пианисты, которые современные, там, Трифонов, по-моему, Трифонов, знаешь, наверное, за него, он там бородатый, да. Он может какой-то рэперскую, иногда я там смотрю, думаю, ничего себе, он там какой-то оделся какой-то, то есть какой-то с этим схудит какой-то там, сидит, играет там, то есть как бы необычно выглядит, но там он какой-то обстановке в своем клубе сидит. То есть играть, типа, ну, вообще классический, типа, да. Немножко не то, но тем не менее, то есть это как бы все. То есть одеться ты можешь как угодно. Важно, что ты умеешь, как бы, да. То есть, а трудоустройство пошло на нахер, это трудоустройство. Вопрос в том, что ты играешь ты или не играешь. Понимаю, да. А одеться я всегда могу, понимаешь? Ну да, согласен. Ну, это все как бы. Ну, это уже когда тебе надо представляться, как бы делать из себя какой-то. Они, кстати, идут правильно, да? Слышишь, да. Ладно, пойду я, занимайся своими делами. Реализоваться надо. А, да, я сейчас в храме подпеваю, там, да, меня позвали просто. Там меня, я вообще не собирался больше в храм ходить петь. Ну, вообще, по храмам ходить. Ну, в смысле, для меня это когда-то был вот, ну, уровень, как бы. Ну, понимаешь, ты знаешь, ведь, наверное, знаком. Я, по-моему, мы с тобой говорили, я просто как-то туда ходил, для меня это был уровень музыкальный. То есть ты берешь ноты, открываешь, и ноты с листа читаешь, поешь, да, то есть ноты поешь. Это там открывает что-то там какие-то глазы, там этих напилов, глазов 20 с лишним там штук. И там раз ты там по тексту там газетный листок открыл, и там та-та-та-та-та-та-та-та, там и спел это самое, там, понимаешь, да, речитацию, и все хоры сразу квартетом, да. Хотя вот для меня это, как бы, когда я только поступил, учился, думаю, вот это уровень, вот это хрень, вот это музыканты, думаю, реально. Раз надо открыть, сразу все спели квартетом. Ну, понимаешь, это круто же. И как бы красиво, ну, музыка, ну, классическая музыка, она же связана с, ну, бла-бла-бла, я не к чему говорю, я просто. И все эти напевы, они как бы исторические, понимаешь, они там из Греции, с Рима пришли старинные, да? Там вот классическая строчка, да, это, ну понимаешь, uh-huh. просто там, то есть это как бы исторические с точки зрения, ну, дело-то даже не в этом, то есть это как бы история, с одной стороны, с другой стороны, дело в том, что просто у меня это был уровень, да, и я поэтому так стремился так в храм попасть, петь, потом мне там надоело, потому что, ну, как бы, ну, какие-то там все религиозные штуки, я уже там ходил уже, ну, неважно, ладно, я, ну, я предупредил просто, что я наполовину мусульманин, как бы, что я такой, ну, вроде крещенный, но не придерживаюсь, как бы, людям, сказали, ну, ладно, нам нужен, в принципе, там, человек, бас нужен, басист, я такой, ладно, петь люблю, почему нет, если денежки буду платить, буду ходить. Ну, оплачивают хоть пение? Ну, оплачивают там не такие деньги, чтобы вообще. Ну, где-то вот в Москве, если ты выходишь на службу, где-то в Казани, в Москве там
за одну успевку, может быть, там 500, ну там 2000 рублей, в Москве, может, даже 1500, там больше. Ну, то есть это вот за, ну, за одну услугу, за 2 часа, за вечер, короче. У вас такого, конечно, нет, у нас рублей 300-400, так. Ну и то. Ну, потому что, ну, это, ты чувствуешь, что, есть, и как бы, что ты какой-то, что-то ты умеешь, как бы, и это музыкально, то есть, ну, там все равно надо постоянно вариться, видишь. То есть ты должен, например, там открывай, ты должен сразу сходу все это знать, эти славянские тексты, они же тоже, ты же, ну, если ты слышал что-то никогда, да. Болтушку, да. Я просто тебе говорю, что, да, меня они сами позвали, просто там, старые знакомые. Я сам специально тоже не ходил, но я не навязывал себя как специалист, потому что дайте, я пою в храм. Я какое-то время ходил там пару лет назад, а сейчас мне, я уже просто решил, что я только фортепиано занимаюсь там по музыкально. А тут они меня сами позвали, и я поэтому думал, почему нет. Музыку я люблю, если меня сами зовут куда-то, как я это очень ценю. То есть, вот ты, например, танцуешь, или ты там тем ушу занимаешься, да, самостоятельно как хобби, любитель, и тебя зовут делать там тренировку или еще что-нибудь. За деньги. Не просто как любитель, а то есть я как-то, это же круто, понимаешь? Да. Да, поэтому ты такой, блин, я что-то стоит, и потом, ну как-то, как ты это понимаешь. Поэтому я как бы сам я не навязываюсь, а так как бы, когда-то там, да, понимаешь. Ну, я... ты правильно говоришь, деньги платят и. Значит, нужен. Значит, да. Хороший. За ваши денежки все что угодно. Хоть по-староармянски, хоть по-старо-латински. Только платите мне. Ну да, что-то надо потом. Ладно, пойду я. Ладно, тебя, ты сама. Давай я тебя провожу, что ли, чуть-чуть. Да, пошли, прогуляешься.
Я могу тебе выдать. Я могу сейчас все бросить, как средний подросток, взять гитару какую-нибудь или клавиши, какие вот эти вот клавиши, или другие клавиши, вот те, или про новые какие-нибудь кредит взять, и взять какую-нибудь упырей каких-нибудь, да, и что-нибудь с ними. Или классическую музыку даже. Я что-нибудь типа это. Готовить какой-то репертуар для каких-то выступлений. Видишь, придет к тому, что ты приготовил репертуар из каких-нибудь классических произведений, а никто тебе, да, а ты туда пробиться не можешь на сцену. И все твои усилия, они будут не к тому, что ты на что-то играешь, а да, ну ты занимаешь бухгалтерией, то есть да-да-да, понимаешь. А и мне нахер, я хер на вас на всех клал, понимаешь, в бухгалтерии я буду играть, а ты будешь, и ему чувака, который будет бухгалтерию делать, да, то есть, а ты будешь бухгалтерию делать, он, я понял, да. Ну, да-да-да, то есть, ну так и есть. Бизнес вокруг какого-то товара. Есть производитель товара, есть распространение, бла-бла-бла, да. Если это, да-да, вот это хороший вопрос, да. То есть, да, понимаю от себя. Ты, да, как мужик ты мастеровой, правильно? Да. Я понял уже, да. Ну нет, это тоже товар определенный. Заниматься бухгалтерией, быть суперспециалистом в бухгалтерской области. Есть такая область, ну, а ты как думаешь? То есть это не стрёмно, я тебе не про это говорю, я тебе говорю, что у меня цели другие. У тебя вот свои цели, у меня другие цели. Понимаешь, это тут не унижение сказано, ну это так уже просто. Да, все равно он тебя понял уже, да. Все равно танцевать вот этот мир пришлось, понимаешь? Вот бы говоря, да. Ну да, я понял. Танцевать под этот мир, значит под уровень пьяного мастерства, да. Ну, например, я тебе говорю. Да. Ну, я знаю, да, что да. Все хорошо, короче. Все хорошо, нормально, жить можно. Одному. Одному, да. Ну, это уже, да, это тоже хорошо. Хорошо, да. Многие тоже пока что не принят. Да, вы покладистый стал, и все, да, помогали. Да. Ну и что, да. Ну, может и так даже, у тех, кто не покладистый там, да, да. В этом мире, потому что выживание целится, да. Отлично, не пахнет. Да. Перефразирую, ну нет, он тебя понял просто, ну да. Ну понимаешь, сейчас штука, ты хочешь я тебе яйца покажу, что я не женщина? Да. Как я к тебе должен после этого относиться, да, понимаешь? Да. Они еще чем-то удивляются. Это важно, ну сдохните себя, может легче будет. Тогда я с мужиком стану, как говорится, да. Тогда мне легче жить может будет, да, я понял. Чем вы все этого занимаетесь, может быть? Кто знает. Это ваши. А, ну да, реализована программа, это же там говорил, да. К выполнению, да. Понял тебя, да. Ну да, да. Я не согласен, понимаешь. То есть, да. Ну,
как-то не согласен, понимаешь? Из чего я, например, все-таки работаю? С улучшением, правильно? Да. Вынести, да? Нет, ну, поэтому, да. Вот у меня мама умерла, ну я прости за хорошение, как говорится, да? Вот и все. Не испорченный кусочек мяса, понимаешь, что у меня есть. Это все против их воли, естественно. Их воля в том, чтобы просто жить, понимаешь? Счастье и семейные идеи, вот ты женился на этом тесте, у меня семейные идеи, да. И все нормально. Не, ну ладно, так оно и устроено, конечно, да. Но она, слава богу, не здоровая, да. Поэтому продолжается. Ну, я понимаю, как говорю. Я все равно это не верю, понимаешь? Это против замысла, чем, ну да. То есть как бы это долгая просто история, просто реально все только придет к тому, что ты мама, понимаешь? Хочешь ты этого, не хочешь, да. Понимаю. Если ты не мама, то тебе больно отвечать за это. Ты такая хорошая, только потому что ты мама, понимаешь, да? Потому что ты добрая, да. Ты думаешь, ну да. Ну ладно. Вот это вопрос, это казалось бы философия, а как прожить не зря? Да, как бы праздный вопрос, праздный. А как прожить не зря? Логика говорит так. Если я мужчина, то я как бы твоя неженственность она мне будет мешать. Будь мужем, так сказать, мужчина. А, по отдельности.
Правильно.